Сегодня Международный день грамотности. Дата объявлена ЮНЕСКО в 1966 году и призвана активизировать усилия общества по распространению грамотности. Тринадцать лет назад президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев открыл комплекс «Этномемориальный парк Атамекен». Всего в экспозиции представлено более 100 экспонатов, представляющих все регионы республики. Пятьсот десять лет назад Микеланджело завершил работу над своей скульптурой «Давид». В 1993 году на казахском языке издано произведение великого среднеазиатского поэта и проповедника Ходжи Ахмеда Ясауи «Книга мудрости». Восьмого сентября 1952 года вышло первое издание повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море».